Долина гейзеров – одно из наиболее крупных гейзерных полей мира и единственное в Евразии, расположено на Камчатке в государственном биосферном заповеднике, который находится в списке всемирного наследия ЮНЕСКО в составе природного комплекса «Вулканы Камчатки». Долина представляет собой глубокий каньон реки Гейзерной, в бортах которого на площади около 6 квадратных километров находятся многочисленные выходы гейзеров, горячих источников, грязевые котлы, термальные площадки, водопады и озера. На этой территории наблюдается аномально высокое биоразнообразие и высокая контрастность природных условий и микроклимата. Экосистема долины гейзеров уникальна для всей страны. На территории долины действует заповедный режим. С 1992 года сюда, по договору с заповедником, организовываются вертолетные экскурсии, действует строгая система правил по организации экскурсий в целях сохранения равновесия экосистемы. В 2008 году по результатам голосования долина гейзеров вошла в список 7 чудес России. Да.